нет предела совершенству, и поэтому сейчас будет сравнение двух переходников оригинального от DJI и аналога от Ulanzi. Поехали! Итак, начнем, пожалуй, о сравнении. Вот это так называемый переходник DJI для камеры DJI Osmo Pocket. Это пластик с логотипом DJI, который в целом сделан довольно-таки достойно. Такое ощущение, что его просто взяли и на горячую заплавили. Вот это фирма Ulanzi. Я пометил точкой, этой точки не было. Это такой же самый переходник, но его отличие в чем? В том, что он не оригинальный, в том, что он дешевле, и в том, что он сделан из такой покрыт софт-тачем. Как бы это объяснить? Ну, в общем, как будто бы прорезиненный. Знаете, как жидкая резина на автомобиле. Краска, покрытие. Вот точно такое же. Собирает отпечатки, собирает весь мусор, полностью все. В чем же разница визуально? Визуально разница в следующем. Этот от Ulanzi, он немножечко шире на миллиметр где-то, миллиметра на два выше. Ну и, соответственно, толще. Вот. Забегая наперед, скажу, что он тоже подходит. Здесь у нас получается 7,5 миллиметров. Тут же у нас получается 6,3. Но сначала была приобретена дешевая штучка от Ulanzi. И в чем же ее, как бы, разница с оригиналом? Все очень просто. Почему оригинал стоит так дорого? Потому что мы слишком бедны, чтобы покупать дешевые вещи. Вот смотрите. Если я воткну адаптер таким вот образом. Вот нам пишет, что адаптер определен. Дальше мы берем микрофон и подсоединяем микрофон. И чудо не происходит, как вы видите. Даже если я выключу камеру и включу камеру, чудо не произойдет. Вот так вот, чтобы было проще. Что же нам пишет? Что адаптер подключен, но ничего. Далее мы извлекаем адаптер и включаем его плоской стороной. Адаптер подключен. Камера начала работать. Но не спешим радоваться. Здесь стоит заметить следующее. Видите, как мигает переходник? То есть у него есть два деления, которые полностью забиты. То есть он слышит какой-то шум. И на одном делении он работает, грубо говоря. Теперь мы его извлекаем и проделываем всю ту же самую процедуру, но уже с оригинальным. И теперь у нас определился адаптер, но не видит микрофон. Странно, да? Как бы это плоская часть, все. Мы включаем микрофон, и у нас появляется микрофон. Но прошу вас заметить, что работает шумов, видит только одну полоску. А вот теперь видит три полоски. Почувствовали разницу? Аналог с оригиналом. Сейчас стоит оригинал. Но стоит нам извлечь оригинальный переходник и воткнуть его снова, как у нас, о магия. Опять определился наш адаптер. И все работает изумительно. То есть как с одной стороны, так и с другой стороны он работает просто выше всяких похвал. Вот в этом и есть разница. Разница, подытожим, в оригинальном и в неоригинальном.
вот это у нас оригинальный, вот это у нас Уламзи. Так вот, здесь у нас получается больше шумов. Иногда такое ощущение, что микрофон залипал. То есть бывало такое впечатление, что когда ты снимаешь какой-то ролик, у тебя полностью запоротый звук, который вытянуть даже в постобработке не всегда получается. Здесь я тестил меньше, но на этом адаптере такого нет. Воткнуть его можно как с одной стороны, так и с другой стороны. Разница? Разница, это в 2 раза дешевле. Хотите себе приобрести аналог, который я рекомендую, покупайте. Хотите себе приобрести жалкую копию, попытайте свое счастье на просторах интернета. Не всегда у вас это получится. Но этот переходник аналоговый, он работает. Этот оригинальный работает как часы. Швейцарские часы, либо японский Ориент. А это луч. Что с ним будет завтра, неизвестно. Может быть, батарейка вылетит. Может быть, механизм износится от того, что все шестеренки в нем пластмассовые. Как-то так. Думайте, покупать ли вам, сэкономив пол стоимости, вот такую штуку, либо стоит раз купить, но купить хорошее. Вот и все. Если кому-то было полезно данное видео, все ссылки будут в описании. Проходим, покупаем, внимательно читаем ссылки в описании, потому что там будет и на оригинал, и на аналог Уламзи. Всем пока! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это оригинальный переходник от DJI Osmo Pocket. Так звучит звук через стандартный микрофон для этой камеры. Там F15 что-то такое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стандартный вот такой вот микрофон, который называется FM15 Flex Mic. Что-то такое. Так вот, сейчас вы слышите, как работает Уламзи переходник.